Также в рамках стартовавшего форума прошла конференция по межрелигиозному сотрудничеству и противодействию идеологии терроризма. В ее работе приняли участие глава Дагестана и руководитель Федерального агентства по делам национальности. На встречу пригласили духовных лидеров и представителей различных религий. Открывая конференцию, Абдулатипов подчеркнул, что проделана большая работа по борьбе с терроризмом. Так, например, по данным спецслужб, в лесах Дагестана скрываются уже не более 100 боевиков. Он также отметил, что остаются и те, кто покидает родные края и воюет на стороне боевиков Сирии. Таких людей глава назвал предателями Родины. Те вызовы, которые сегодня нам брошены, эти вызовы реакционных сил, эти вызовы сил невежества, это вызовы, которые направлены против нашей культуры, которые направлены против нашей цивилизации, которые направлены против нашей веры, наших религий, наших священных книг. Это фактическая попытка разрушить тот фундамент духовный, нравственный, социальный, которые тысячелетиями мы совместными усилиями выстраивали для обустройства наших народов, для обустройства жизни наших людей. Нам удалось уничтожить во многом, ослабить этот террористический фронт, который был против нас. Но и не меньшую роль в этом сыграли наши религиозные деятели. Всех были исповедали, которые работали в Дагестане. Я думаю, что мы должны более фундаментально подойти к нашей деятельности, к нашей работе. И государственно-политической работе, и общественно-политической работе, и религиозно-просветительской работе, которую мы проводим. Уже после действия террористов осудили муфтии Дагестана, епископ Махачкалинский и Грозненский и представитель иудейской общины. Почти все выступающие отметили, что терроризм не имеет ничего общего с религией.